Здравствуйте, жители Автодейла. Для вас вещает вечерняя социальная реклама. Кто же такой образцовый гражданин? Ну, я дома. Как работа, дорогой? Одно удовольствие. Итак, семья Автодейла. Образцовый гражданин — это отец-кормилец семьи. Образцовый гражданин — это заботливая мать, живущая ради подрастающего задиристого ребенка. Образцового ребенка, готовящегося стать новым образцовым гражданином. Едва ли Автодейл автоматизирован. Именно вы и ваши семьи заставляют шестеренки города крутиться без остановки. Давайте надеяться, что цикл никогда не прервется. Джо! Приветствую, мистер и миссис Робинсон. Ежедневная проверка. Как ваши дела? Ну, на работе все чудно. О, а ужин вышел чудесный. Сына только что уложили спать. Отлично. Надеюсь, он пойдет по стопам отца. Похоже, все в порядке. Уже уходите? Неужели даже не потанцуете с моей прекрасной леди, Джо? Может, когда-нибудь, но не сегодня. Эх. Вы расстроили мою леди, Джо. Приношу свои глубочайшие извинения, но долг зовет. Похоже, цикл никогда не прервется. Когда придет время, когда образцовый ребенок вырастет и заведет свою собственную образцовую семью, истинный образцовый гражданин знает, что его долг выполнен, а его самого ждет покой. Думаю, время пришло. А я надеялся, что цикл никогда не прервется. Я так им горжусь. Мы молодцы. Вы хорошо постарались, семья Робинсон. Истинные образцовые граждане. Спасибо, Джо. Мои глубочайшие извинения, уважаемые. Долг зовет. Боюсь, Автодейл едва ли автоматизирован. Ваши семьи. Вот что заставляет наши шестеренки крутиться. Будем надеяться, что идеальному циклу не настанет конца.